правительство государства Крабленд. Я обращаюсь к вам с глубоким недовольством и разочарованием по поводу вашей работы. Вам, возможно, уже известно, что моя банда, КЧБ Гэнг, на данный момент считается виновной во всех проблемах, с которыми сталкивается ваше государство. Однако я настоятельно просил бы вас осознать, что это абсолютно неправильное обвинение. Мы, как банда, являемся активными участниками вашего государства, вносим свой вклад в его развитие и стараемся поддерживать атмосферу уважения и солидарности. Но вместо того, чтобы находить истинных виновников проблем, вы легкомысленно обвиняете нас, манипулируя фактами и подстраиваясь под интересы некоторых других игроков. Учтите, что это мое последнее предупреждение. Моя банда и я больше не собираемся терпеть ваше несправедливое и пристрастное отношение. И если вы немедленно не прекратите нас обвинять и не начнете заниматься своей работой качественно и ответственно, мы будем вынуждены принять более решительные меры. Мы хотим, чтобы государство Крабленд стало местом, где каждый житель может наслаждаться жизнью и взаимодействием с другими участниками, а не местом полным подозрений, сплетен и базового неуважения. Мы призываем вас исправить ситуацию и обеспечить мирную и справедливую атмосферу, которая является основой любого успешного сообщества. Примите наше предупреждение всерьез. Мы не просим ничего невозможного, лишь честного и справедливого отношения к жителям. В противном случае мы будем вынуждены принять меры, которые несомненно повлияют на репутацию государства и статус вашего правительства. С надеждой на ваше разумное решение, анонимный гражданин государства Крабленд, член КЧБ Гэнг. КЧБ! КЧБ! КЧБ!